В предыдущей серии Кисель пошел в школу, там проходил урок химии. Киселю дали задание пройти два демона. Он их прошел, и тут учитель вспомнил про контрольшу. Кисель ее не выполнил и получил 2. Дома он получил от мамы люлей и впал в кому. Алло, скорая! Мой сын в коме, пульс не ощущается. Адрес? Проспект Геометрии, дом 45. Это, походу, скорая. Я иду. Что там случилось? Боже, да его надо качать. Что здесь происходит? Где? Я не в своем доме. Где? Я не понимаю. Опа, компьютер. Так. Тут геометрия Дэш и какой-то уровень. Сейчас. Почему он не закрывается? И почему мышка здесь? Хотя она должна быть здесь. Опа, какая-то записка. Если ты это читаешь, то у тебя остановилось сердце. Скорая уже приехала, но она, скорее всего, бессильна. Ты в любой момент можешь умереть. Но я дам тебе шанс на жизнь. Ты должен пройти этот уровень мизинцем левой руки. Тогда ты выживешь. Так что получается, я могу умереть? Подождите. Мне же только 14. Вся жизнь еще впереди. Так, ладно, приступаю. Я не знаю, что здесь происходит, но я не хочу знать. Мне главное это выжить. И да, всем кислого киселечка. С вами Ксайл. Сегодня будет челлендж. Пройди уровень или умри. Блин, мне надо как можно быстрее проходить, иначе я умру. Так, погнали, шарик. В принципе, пока все легко. Главное не запутаться, я же как бы мизинцем играю. Так, не нажимай на желтый, отлично, кубик. Раз, раз. Ай, 3 шипа, 23. Блин, если бы не эта двойка, если бы не этот ремень, скорее всего бы этого не было. Не знаю, это будет, наверное, очень трудно, потому что иногда... Я не привык мизинцем играть вообще. И, скорее всего, где-то я запутаюсь и просто зажму, потому что я спамить вообще не умею. И да, тут есть спам, я его пройду на стрелке вверх, не ругайте меня. Так, попытка номер 2. Сейчас 3 шипа перепрыгни. Отлично. А, не отлично. Так, попытка номер 3. А, блин. А, ну, как я и говорил, можно запутаться очень легко на мизинце и зажать или отпустить. В этом случае я отпустил. Перепрыгни. А, ну, блин. Давай. Да, блин. Перепрыгни. Отлично. Опа. Погнали. Сейчас стрелка вверх надо. Отлично. Отлично, уже почти половина. Так, главное не запутаться. Ну, конечно же, я должен запутаться. А, я же нажал, почему не нажимается? Попытка номер 2. А, нет, не 2. Ну, почему? В практике я ни разу на этих местах не сдыхал. Так, попытка номер 3, наверное. Ой, то есть 2. Они, наверное, точно. Главное, там тайминг. Опа, отлично. Давай. 62, неплохо, неплохо. Я молчу. Нет, ну забыл. Ну, как всегда, я туплю. 77. А. Ну, это хорошо, что прогрессы пошли. Чем быстрее я его пройду, тем быстрее я приду в себя и не умру. Хотя, не знаю, может, я буду мучиться, и к тому времени я умру и останусь здесь навсегда. Coming to my 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 co
Погнали. Так, главное, там тайминг. Все, отлично. И главное, на 77 не тупануть, если дойду. Так, ласт, походу. Давайте. Я живой! Я живой! Я живой! Я сердце запустил. Жить будет. Но его состояние тяжелое. Нужно в больницу. Я живой! Стоп! А почему я все еще за этим компьютером? Почему я все еще здесь? И уровень какой-то другой. Опять не закрывается. Подождите. Так, я прошел этот уровень. Мизинцем левой руки. Почему я еще здесь? Какая-то записка новая. Ты не выполнил полностью задание, поэтому ты еще здесь. Но есть и хорошая новость, ты уже не умрешь. Ты 3 месяца в коме, чтобы из нее выйти, ты должен пройти этот уровень. Удачи. Это из-за той стрелки вверх. Капец, надо было именно мизинцем нажимать. Придется теперь это проходить. Ребят, капец. Я вспомнил, это Medium Demon Reanimation. Блин, а я же ведь мог быстро пройти Insane и уже выжить. Почему я решился стрелкой вверх нажимать? Не знаю. Пам-пам-пам. Так, кораблика, отлично. Зажать. Отпустить, отлично. Не отлично. А ну погнал, вторая попытка. Зашибись, вторая попытка. А ну, попробуй первую монетку забрать, она, наверное, изи, ща. Да, она вообще изичная. И, в принципе, по барабану, там же не сказано. Главное, мне по-быстренькому пройти, чтобы прийти в себя. И, значит, как тогда жить. Уже неплохо иду. Сказал неплохо, а в итоге плохо. Опа, уже кубик мелкий погнал. Пам-пам-пам. Так, зажать, вот, нажать. Опа. Так, 2 раза зажать, 2 раза нажать, отлично. Легкий дуал, и сейчас будет дроп. Что это за баг был? Я такого не ожидал, надо было на арбы нажать или... Я не знаю, как я умер, но это явно бах. Или не бах. Попытка номер 2. Опа, отлично. Не отлично. Я так тупанул. Нет, опять тупанул. Тупо тупанул. Остро заострил. Зажми. Отлично. Зажать. Нет, как? Если раньше я недостаточно зажал, то есть, так сказать, недозажал, то сейчас я перезажал. Вот мне кажется, главное пройти первые дропы, там дуалы, а дальше все легко. Неплохо. Опа, дуалы, погнал. На волне, если не солью, то скорее... конечно же, я солью. Хотел сказать, если я на волне не солью, скорее всего, пройду. Но, конечно же, я здесь должен слить.
Как я здесь лил? Я не понимаю. Вроде же легкое место, ну. Хотя для меня тут ничего легкого нет. Давай до дуалов. Я, если честно, ожидал, что я солью на этой тарелке, грубо. Я ожидал. А здесь объясните мне, а что, собственно, случилось здесь? Как бы, по сути, я должен зажать. Я так и сделал. Вот. Тут нажать на орб, зажать так, перепрыгнуть эти два шипа и нажать. А теперь объясните мне, как я здесь умудрился слить? Второй момент. Как я теперь здесь умудрился слить? Ну, я, кажется, понимаю, как я здесь слил, я просто очень рано нажал на орб. И там тоже рано нажал на орб. Блин. Вот я ни разу на этих местах не сливал вот так. Только сейчас-то началось. Может, я еще где-то тупо солью. Спасибо тебе, Geometry Dash, и спасибо тебе, этот демон, Reanimation, за тупой слив. Умоляю. Ну почему? Я же попросил, не слей, ну почему? Почему игра не дает мне пройти этот уровень? Я хочу отсюда выбраться. Опа, дуалы. Опять на том же самом месте. Вот, как вы видите, за окном темно. Вот компьютер. И на этой ноте я буду заканчивать серию, потому что я уже понимаю, за сегодня я его точно не пройду, и мне придется в ином мире переночевать. И потом дальше пройти. Вот завтра я чувствую, я прямо обязан завтра его пройти. Я должен как-то вернуться в свой мир. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.